Так, полнолуние в Харькове. 22 августа 2021 год, 23:16 по Киеву. В Харькове. У нас там еще Сатурн с совершенно замечательным Ганимедом на его фоне. Там сейчас облачно чуть-чуть. В предыдущих дублях. Получилось неплохо. Впервые я увидел. На фоне Юпитера какой-то спутник. Я увидел и Ганимед, и Европу на фоне Юпитера. Это было прекрасно, неожиданно. Я начал ныть прямо в кадре, что, к сожалению, Ио за Юпитером. Ганимед Европа перед Юпитером. И нам виден только Каллисто справа от Юпитера. И тут сюрпризом увидел, что и Ганимед, и Европа вполне различимы на фоне экваториальных полос Юпитера. Это было шикарно. Никак не хотят тучки расходиться, ты посмотри. Ну вот пока только Луна у нас в таком себе карманчике безоблачном. Вот это мне еще нравится. Прямо на глазах от дубля к дублю добавляется здесь на линии терминатора, то есть, о, ёлки-палки, языком чешу, у меня Юпитер открылся. Вот он. Относительно Луны в правом уголочке. Пошли на него срочным образом посмотрим. Сейчас ISO 200. Напоминаю себе, конечно, а не вам. Совсем несколько секунд у нас есть. Нет, сейчас не вижу. Вижу Ио слева от Юпитера, но... А, ну это тучи уже. Все, закрыли. Хорошо, пошли опять обратно. К Луне. Будем ждать следующие прорехи. В облаках. Ну, в общем-то, грех жаловаться. Юпитер, Сатурн снял. Полную Луну снял. Вот, вот здесь, вот эти два бугорочка все четче и четче вырисовывается, то есть это абрис кратера. Смещается Луна относительно Солнца, смещается освещенность Луны для наблюдателя с Земли, и соответственно появляется линия терминатора справа. Ой, сейчас там и Луну закроют все. Да, ну это точно будет уже последний дубль. Уж больно облако сплошное и огромное.
может, сниму еще один дублик на ISO 6400. Дабы было понятно, в каких условиях все снималось. Хорошо. 23-21 по Киеву в Харькове, 22 августа 2021 год. Полнолуние.